Сенаторы королевства Бельгии познакомились с проектами университета Нархос. Зарубежные делегации представили новый кампус вуза, рассказали о стратегии развития университета и об образовательных программах. Внимание у гостей привлекли экологические проекты, реализуемые учреждением образования, в частности, инновационный метод схематической высадки деревьев и кустарников для максимального захвата в воздухе токсичных веществ, распространяемых промышленными предприятиями и транспортом. Новшество снижает до 40% вредные выбросы. Представители Бельгии взяли на заметку идею Нархоза. Мы используем также, например, разработки, связанные с искусственным интеллектом. И для них это тоже стало новостью, потому что сегодня искусственный интеллект и эта тематика приобретает особую значимость и как в Бельгии, так и в Казахстане. Поэтому, соответственно, они изучают сегодня опыт Нархоза в этих вопросах.